слышали призыв серебряного авангарда. Ну, об этом надо анонсить. Ну, это либо анонсить, либо с опаснейшими противниками. Ну, то есть, оно получается, смотри, надо за два стака, хотят сказать, что вот стак пройдет и следующий кидать. Потому что если ты скажешь прям на тот каст, который уже скоро будет, то не успеет там. Да, реакция не хватит. Либо не успеет, либо бывает такое, что прожимка отдается на прожимку. То есть у тебя уже какая-то прожимка, там 50-50, допустим, и тебе отдают прожимку. Вот это тоже недоразумение, это хуёво, когда так получается. Ну вот когда Алоэ говорил, что еще 3 переживет, я ему, получается, на второй, ну, ему осталось 2 пережить, на второй я ему давал сальву, и все, и второй он типа переживал, и третий так, под вопросом, чтоб не сваншотил, ну и чтоб еще время было. Короче, один так был в запасе, типа. Легкий бот, если разобраться. Босс легкий. Танков много, не надо на него. Я посмотрел по нашему убийству, там 3 хватит. Но это при идеальных резервах. При сальвах. Чтоб все четко. Типа, ну давай. Ну, это при сальвах. Главное, чтоб хотя бы были у всех прожимки, чтоб можно было пережить на всякий случай. Ну и, соответственно, сальва в критический момент, чтобы скинуть агро. Скажем, тебе, мне и Алоэ можно втроем дать. Ну да. А остальные там? Баги, наверное, в ретрике уже надо ебашить. Быстрее босс уходит. А если еще подумать над другой фигней, то можно вообще будет... Я ж не просто так сказал, что убивает не тяжкий удар, а автоатака следующая за ним. Ну про товара вообще стало комфортно, вообще пиздец. Я прям горя не знаю, блядь. Ну мне станет комфортно, когда я заберу наконец-то шею. И дождусь скидки в магазине, чтобы купить скеля эти, как вот, перч, с блоком и с блокированием. Сколько у тебя показатель блокирования вот этот, когда наводишь на проценты блока? 3600 вроде. 3600? Когда я запястье забрал, вроде 3600. Это в рейде с бафами уже, да? Нет, без баф. А, ну тогда в рейде должно быть намного больше. Там же идет баф. Статы увеличиваются. Там от силы увеличивается вроде как баф. Ну да, под каской, соответственно, больше. Там процентов на 10, получается, под 3900 должно быть точно под 4К. Там за 4 заваливает. А я же говорю, мне надо вот шея, которая даст мне мастерство, как раз у меня будет 40 с лишним мастерства. И блок увеличится. И перчатки. И все. И останется камни на меткость ставить, потому что перчатки мне дают меткость. Тут камнями придется меткость добивать.
ни разу не видел шею и больше. А я вот тут пусть вижу, и я облизываюсь сижу. У бафа у каски есть. У этого. У кого-то еще паладинов есть. Так что, короче, это. Она у многих есть. Ну что это, топчик? Рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь проба. Чё? Я угораю тут время. Пишу им книжку заклинаний открыть. Не, в принципе, здесь прикольно, надо только научиться. А серьгу это получается ее надо юзать до боя, чтоб она накопила, отъестся и идти в бой. А я, блядь, не юзал, я хуй знаю. У полпуси есть эта серьга. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Thank you.
еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Чем могу помочь? Да хранят тебя предки. Thank you.
Не, прикольно хилить, если чё. Один скилл спамишь, и всё, и чистый кайф, блядь. Ну чё, ещё свет иногда спамишь, чтоб поддерживать на себе. Позиционка. Помимо от хила там есть чё жать. Есть сальвы, есть... Да даже капля может холипал выжимать. Ну да. Баблы. Надо только приловчиться. Просто удобно ставить это все надо. Как вот ставишь, я вот обставлю, блядь, Q, E, R, T, вот эти все буквы, Y, там, G, F, блядь, X, Z, C, V, блядь, эту всю хуйню забиндиваешь. И главное ставишь, чтобы руки доставали, палец, чтобы доставал, и все, и похуй. Ну, я это, макросы пишу, что по наведении мышки, короче, мышку наводишь и жмешь кнопку, и все. Ну вот, по маусоверу называется, охуенный макро. Я так стал хилить, потому что ну, мышка немного там тупит. А кнопками надежно нажал, ну мышку навел там на вуду и хуярил. Легко и непринужденно. Да, мышка тогда нормально. Тогда же задержки нету никакой. То есть, ну, понадежнее, короче, чем мышка. Ты уже, получается, заранее мышку наводишь, уже скилл спамишь и в ГКД, то есть, ну, не теряешь времени вообще. Ну, все, навел, нажал мышкой, и все, и готов. Заодно я охоту закрыл. Не, надо это, кнопки поудобнее настроить, в принципе. Да, самое главное, вот ты берешь кнопки, вытаскиваешь на панель, и ну, в голове представляешь себе ситуацию, вот ты бежишь там, блядь, и что тебе важнее всего нажимать, что чаще всего нажимаешь, что и ближе должно стоять там. Какой-нибудь там свет небес, там, на единичку, там, на двойку, там, частица, блядь. Бегаешь, хуя. А самое главное, что этот класс очень нужен в рейдах. Он охуенным делает рейд. Да, но он больше таргет хилит, чем АУЕ. Ну да, он таргет не хил.
Это топовый хил для поднятия танков.